Сегодня в моем видео будет полив платицериума. Я просто снимала его пересадку на корягу и не показала, как я его поливала. Прошла ровно неделя, и я покажу, как я его поливаю. Сняла его со стенки, и посмотрите, новый стерильный листик появился. Я уже говорила, эти стерильные листики, они полностью потом закроют этот мох. Таким, знаете, будет красиво очень смотреться. У меня же вот здесь вот у него земляной ком с корнями и все закрыто мхом. И теперь я включаю теплую водичку. Теплую водичку и просто вот так вот смачиваю вокруг. Стараясь не попадать вот на стерильные листики, не надо. Просто, знаете, вот если быстро его вот так хорошо. А вот чтобы сильно туда вода попадала, лучше не надо. И вот так вот хорошо я ему смочила. И вот таким образом я его буду поливать. Я его уже так поливала после пересадки. Просто так получилось, что у меня не заснялось это видео. Вот сейчас я ему дам стечь водички, просто лишняя влага сейчас уйдет. И все, и минут через 30 примерно я его повешаю обратно на стенку. Ну вот, прошло 30 минут, водичка у меня стекла вся лишняя. В общем, еще знаете, как можно, если кто-то боится, что вот эта вот палка мокрая сильно, что на стенку вешать, да, можно перед купанием одеть полиэтиленовый мешочек вот на это, да, и все, и она тогда вообще будет сухая. Ну, я как бы не боюсь, у меня обои такие, как бы не бумажные, так что ничего не будет. Ну вот, повешала его на место. Как видите, никаких сложностей с поливом нет. Увидимся в следующем видео.